Депутат Елена Бакалу покинула промолдову и присоединилась к платформе «Пентру Молдова». Заявление парламентария, направленное в секретариат законодательного органа, появилось на странице политформирования в Фейсбуке. Получить комментарии Бакалу и узнать мотивы ее решения не удалось. Она не ответила на звонки. Неделю назад фракция партии ШОР примкнула к парламентской платформе «Пентру Молдова». Основателями формирования стали 5 выходцев из промолдова: Сергей Сырбо, Элеонора Граур, Руксанда Главан, Григорий Репещук и Корнелия Упадневич. В настоящий момент в состав платформы входят 15 депутатов.